Все люди делятся на две части – любители собак и любители кошек. Психологи утверждают, что о человеке, отдающему предпочтение тому или иному домашнему питомцу, можно рассказать очень многое. Давайте проверим, правы ли они на этот счет. Готовы пройти тест? Собственно, для прохождения теста делать ничего не надо, лишь стоит определиться с выбором, кого вы больше любите – собак или кошек. Если готовы, тогда выбирайте. Если вы любитель собак, то вы очень преданный, надежный и приземленный человек. Семья для вас все, и ради ее защиты вы готовы практически на все. И это немаловажно. Близкие друзья являются для вас частью семьи. Любое предательство вы переживаете крайне тяжело и несете эту обиду через всю свою жизнь, часто вспоминая этот момент. Вы живете исключительно по своим жизненным принципам, в которых справедливость и преданность на первом месте. Вы всегда придете на помощь и не оставите в беде. Если вы дали слово, то обязательно его сдержите. Но если все же не получилось, вы честно об этом заявите, не пытаясь прикрываться обстоятельствами. Если вы любитель кошек, то вы не можете жить без свободы, и это вовсе не значит, что вы делаете то, что хотите. Вам просто нужно личное пространство, которое никем не будет нарушаться. Вы всецело посвящаете себя семье, но про свои интересы вы тоже не забываете. У вас есть очень хорошая черта, вы никогда не унываете, и даже если врага не получилось сразить силой, то своей хитростью всегда добиваете своего. В какой-то степени вы творческая натура, вам просто жизненно важно выплескивать свою энергию, иначе вы можете сжечь все мосты и начать все с чистого листа. А кого больше любите вы, кошек или собак? Обязательно напишите об этом в комментариях, мне будет это интересно узнать. Ну а у меня все на сегодня, желаю всем хорошего настроения, пока-пока!